Самолет с актерами сериала «Зайцев плюс один» приземлился утром. В Саратов прилетели Иван Громов, Филипп Котов и продюсер Денис Косяков. Рассказать о новом сериале, стартующем на канале ТНТ, они решили лично. Здравствуйте. Здравствуйте. По словам создателей, они представляют нестандартный для российского телевидения проект. Такого, уверяют актеры, на экранах еще не было. Совершенно другой уровень съемки, другой уровень юмора и, самое главное, другой уровень цинизма в юморе. Юмор, скажем так, резкий, провокационный, местами жестокий, местами циничный, но точно не банальный и не такой... Никаких полутонов, все резкими мазками, как и должно быть. Стоит отметить, что в Саратове актеры пробудут до завтра. О новом сериале «Зайцев плюс один» они расскажут подробнее и дадут пресс-конференцию.